В 18 лет меня, как многих из здесь присутствующих, ударило самиздатовским, отпечатанным на полуслепой машинке Толкином. Я написал песню, которая, на удивление, оказалась удачной и вошла в репертуар оргии праведников. Правда, электрическим составом мы сделали из нее огромную арт-роковую композицию, а сегодня мы сыграем вам, собственно, саму песню. Называется она «Покой и свобода». Свобода.